Отчетное мероприятие по профилактике тушению пожаров прошло в Доме культуры поселка Фипского. Специалисты ГОИЧС совместно с Управлением лесного хозяйства проанализировали учебные мероприятия и профилактическую деятельность за 2019 год. В ходе мероприятия отметили важность оперативного и быстрого доведения информации через диспетчерский пункт и слаженной работе сотрудников организации. Благодаря этому тушение лесных пожаров за 2019 год проведено в максимально короткие сроки. На совещании отметили, что основная часть возгораний случается именно по вине человека. По мнению специалистов, соблюдение техники пожарной безопасности и своевременная подготовка к пожароопасному сезону значительно снизит общее число возгораний.